Красный, всем привет. Видео про то, как подвести стоячий фальц к ветреннику, к вашим услугам. Когда я снимал углубленно на стены жёлоб, соответственно, подводку, вот это вот заужение, занижение фальца, либо мысик двойной, там уж как кому угодно. Вот. Я это снял все в одном ролике, и потом понял, что это вообще совершенно две разных тематики, их надо разбить, чтобы люди не путались. Когда что-то будут спрашивать, искать, чтобы я отправлял ссылки. Вот, поэтому записываю отдельно превьюшку ко второй части, чтобы был херака новый день, и полетели. А я, видите, продолжу плитку мастерской клеить. Приятного просмотра. Закидали косые фальцы. То, о чем я говорил, да, разбили. Вот здесь вот расстояние метр, а там 60 сантиметров. Положили фальц. Сейчас здесь у нас малый будем поднимать. А здесь будем тоже малый. Но фальцы останутся стоячими, скорее всего. Ну, такая идея. Сейчас попробуем. Вот, если что, так же сделаем. Но будет, скорее всего, стоячий. Вот. Сформируем здесь. Я уже сказал, малый фальц. Выкатаем картину с двумя большими и вставим. Итак, ребят. Здесь подшил на двойной. Так. Здесь, если вы раньше обратили внимание, то здесь Ваня поставил картину с двумя малыми фальцами. Прячется. Пришлось ложить в обратную сторону, промазывать и раскрывать, потому что он был прослабленный. Почему так Ваня решил, не знаю. В общем, занизить, чтобы был теперь полноценный двойной, лежащий лицом вниз. Вот отсюда видно, что сужается. Проставлен малый фальц. Собственно, картина с двумя большими фальцами прокатана. А вот здесь у нас увеличенный большой фальц. Да, за счет того, что здесь вот эти вот объемчики фальцев. А здесь стандартный. Ставим. Если подойдет, конечно, давай. Конечно, обязательно подойдет. Сегодня у Вани фартуха просто прет, блядь. Пока суд додела, проштробили. Вот приклепываем на клепочку. Здесь силовая планка вот так прикручена. Так вот это выглядит. Ну такое вот примыкание. Вот поэтому я и говорю, что здесь в общей скупе вот до штробы. Здесь 160 мм. Нормы выдержаны. Так, делаем ветреник. Вот тут я уже два раза потренировался. Теперь покажу, собственно, и вам. Вот она у нас торчит. Ну, как бы с выпуском, да? Упираем ветреник. Одной рукой, конечно, неудобно делать, но вот таким вот методом упираем ветреник и приламываем. Здесь приломили. И также с краю здесь приломили. Сейчас я вот так вот проломлю линию и вам включусь, потому что все-таки неудобно одной рукой. Приломил. Прочертил 40 миллиметров у нас малый фальц. Он как бы немножко выше, чтобы, когда мы загнем на малом фальце этот гибку, да, верхушечку, чтобы расстояние между этим фальцем, как бы основным, и куда завернуть ветреник, было расстояние, чтобы туда завернуться можно было. У нас фальц в закрытом состоянии, ну, почти 30 миллиметров, да? Как правильно его так выставить? 28-29 почти. Вот. У нас 40 здесь будет. То есть 28 плюс 8, 36, 40, да, миллиметра 4, 3 у нас было вот это вот место, куда подвернуться. Ну, в любом случае, ну ладно, давайте я вам поэтапно покажу. В общем, очертили 40 миллиметров, сейчас обрежем. Обрезали. Так, теперь загибаем. Все ставим под 90, ну там до конца. Не обязательно с краю. Вот так вот. Так. Вот у нас
Вот такой вот вид. Так, тут что? Где ножнички? Сейчас я еще тут заусенистую уберу. Есть. Так, следующим этапом у нас круглогубцы. И мы вот подтаскиваем как бы к краю, чтобы у нас стояло. Чтобы у нас все стояло. Вот. Подровняли. Теперь таким молоточком надо вот там вот все поправить. С одной стороны. И с другой стороны. Так, вот так вот это выглядит. Пока что вот так вот. Теперь я остановлю съемку. Возьму вот так вот шалезин. И с другой стороны безотбойный молоток. И собью это все. После того, как сбили кучечку, вот так вот ставим шалезин. И вот отсюда вот так вот бьем его и загибаем как бы наверх ската. Вот, собственно, это то, что у нас получилось. Так, сейчас я все здесь так вот пройду полностью, а потом будем отгибать сюда фальчик вот этот, как бы малый, формировать малый фальц. Плавно подошли с вами к лотку. Так, он там несколько складочек сделал. Я его так вот подымал потихонечку руками, формировал, формировал. Вот они все сложились. Вот, сейчас я клещами это все теперь подыму ровненько под 90 вот здесь вот и пробью. Здесь подрежем, потом заузим вот тут, дальше покажу. Ну вот они все. И вот таким вот образом все же. Салам алейкум, дядь Леша. Так, в общем, вот они уже стоят все, ветренечки. Сейчас надо будет пообедать и отбортовочку сделать. Сделал бортовочку. Платочек подрезал. Под высоту, чтобы на 50 миллиметров выходило. Вот так и здесь. Вот. Везде уже загнул все. Сейчас идем заготавливать ветреники. Высота у нас ветреника 80 миллиметров. Вот, 12. То есть 80 вот здесь вот. 80. Здесь 10, значит, здесь, ну, сейчас 10, значит, надо делать. Ну, я сделал 9, ну, в общем, за счет радиуса 10, да? Значит, надо делать 12 и 9 миллиметров вниз загибка вот эта вот. Вот, вот на хлобучку вот эту вот. Она будет вот так вот идти, поворачивать и сюда пойдет. И потом я уже этот ветреник цельный пущу, и туда он пойдет. В общем, такая вот идея. Толмутина. Зарисовал размеры. Идем изготавливать. Ничего замысловатого нет. Здесь просечкой. Ветренник так вот выглядит. Сейчас одеваем его сюда. Тут он дает вот сюда, как я показывал. И дальше уже ветренник вот он готов. Оденем его. Тут особо ничего нет такого, да, кого одевать. Ну, в общем, я сейчас все это одену. Последний ветренник вам покажу. Там он еще на мысе вверху. В общем, одеваю уже. Уже и там ставил. И здесь вот хитрость, да? То есть, чтобы не поцарапать, вот видите, он выше. Точно надевали. Вот этот фальчик выше этого. Вот такую штучку туда ставлю. И все. Предварительно. Засуну, чтобы она царапалась, а не, ну, как бы фальчик, да? Потом так обжимаем. Понятно, что тогда не под 90 загнуто, иначе бы мы не одели бы ветренник тогда.
таким вот образом. Нажимаем потихонечку. Вот так. Вот оно. Хоп. И вот таким вот образом сейчас все одеваем. Ну, а потом, когда чуть приломили, тогда уже рамками. Первым номером. Обжимаем, да и все. Херака, новый день. Вчера чуть-чуть не успел. Сейчас я вам покажу. Теперь, собственно, обзор. Здесь вы это все видели. Правда, вот видите, грязная немного крыша. Дождик прошел. От штробы пыль. Там уштробили. Вот, давайте здесь пройдемся. Вот у нас, собственно, этот узел. Ветреничек. Здесь у нас мысик. Так, я не увидел, что я там показал вам. Вот здесь везде мысики. Здесь уже софитка, уже нижняя часть готова. На сегодня полувыходной у нас. Ну как, у меня нет, у Вани выходной. Ваня софиткой занимается. Еще нижняя часть. Горизонтально сделана. Здесь вот видно, как водичка текла. Опилки здесь еще от обрешетки софитной части. Здесь заканчиваем вот так вот. Зацепили за силовую со всех сторон, и все, штробу еще проклеить надо. Даже в пыли от штробы все, но это все вымоется. Вот такие, пацаны, дела. На этом видео подходит к концу. Увидимся, услышимся, пацаны. Всем пока.